Трагедия в Сосновском. Муж с ножом в руках напал на своих жену и ребенка. Трагедия произошла, несмотря на то, что погибшая неоднократно обращалась за помощью в полицию. Он ей все время угрожал. Он все время ей грозил, что я тебя убью, я и сын твоего убью, изуродовую. В полицию мы обращались, он с ружьем к ней бегал. Никто не приехал, они сидят там и смеются. Ну уж он беда пошутил, и вы вот так. Ситуация очень напоминает нижегородскую резню, где от рук отца душегуба погибли 5 маленьких детей и их мать. Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.